Добрый день, друзья! Меня зовут Наталья Козина, и я мастер продаж. Сегодня я расскажу вам, как заполнять жизненный сценарий. Это чудесный инструмент, который изменит вашу жизнь. Закройте на минутку глаза и представьте, что вы абсолютно свободны финансово и берете от жизни все, что пожелаете. Составьте список своих желаний, не ограничивая фантазию. Запишите все, что хотите получить для себя, для близких, для общества, для природы. Ставьте самые невероятные цели и идите к ним. Жизненный сценарий помогает выработать главный жизненный навык – ставить цели и достигать их. Да, это непросто. На составление сценария может уйти и 3, и 5 часов. Но это разве много для превращения своей жизни в ясную прямую дорогу, на которой сбываются ваши мечты. Когда вы четко видите цель, неизбежно к ней придете. Приведу пример. Перед тем, как идти в магазин одежды, я всегда визуализирую покупку. Представляю цвет, фасон, ощущаю мягкость ткани. Не забываю представить цену вещи. И эта вещь моей мечты обязательно ждет меня в магазине. Ее всегда нахожу я, иногда с первого раза, иногда со второго или с третьего. Но попадание в цель всегда 100%. Возьмите ручку, запишите свою мечту и представьте дату. И это будет вашей целью. Цель, разбитая на шаги, становится планом. План, подкрепленный действием, воплощает мечты в реальность. Вера без действия мертва, поэтому важно предпринимать определенные шаги для достижения целей. Наши планы могут быть разными. Краткосрочными, на один день, неделю, месяц. Или длительными, на 3, 5, 10 лет. Они обязательно осуществятся, если последовательно к ним идти. Именно постановка цели создает направление вашего развития. После окончания школы у меня в голове был четкий план моей дальнейшей жизни. И все мои мечты воплотились в жизнь. Когда я пришла в Атоми и узнала, что нужно заполнять жизненный сценарий, я обрадовалась, ведь этот инструмент уже был мне знаком. И я знала, что он работает. Я заполняю его каждый месяц. То, как я живу сейчас, это мои мечты 5-летней давности. Будущая жизнь зависит от того, какие мысли живут в нашей голове в настоящее время. Представьте, что вы состоятельный человек. Вы сценарист и главный герой своей жизни. Что такое сбалансированная жизнь? Это жить, любить, развиваться, вносить вклад в общество. Для полноценной жизни нужен дом, машина, крепкое здоровье. Но мы хотим жить долго и в достатке. Нам важно дарить любовь и получать ее взамен. Мы постоянно учимся и всегда узнаем что-то новое, путешествуем. Новые знания и умения – это человеческая потребность. Мы заботимся об окружающем нас мире, благодарим и помогаем другим. Главная задача – четко видеть свои мечты, срок исполнения желаний. Важно записать все детали до мельчайших подробностей. Если мы не успеваем к поставленному сроку, в наших силах передвинуть его, но главное продолжить путь. Дорогу осилит идущий. Отдельно остановлюсь на очень важной странице. Это в плане мастерства на 3 года. Я следую своему плану. Через полгода я стал мастером продаж. Через год иду к бриллиантовому мастеру. Через 6 месяцев мастером Шаронской розы. Чтобы прийти к мастерству и к своим мечтам, необходимо делать ежедневные шаги. Это, конечно, чтение книг, просмотр видео, встречи с людьми, использование продукта, рассказы о нашем опыте, компании и других возможностях. Мы строим доверительные отношения со спонсором, с партнерами, улыбаемся и, конечно, разговариваем. Что делать запрещено? Обвинять, критиковать, жаловаться. Посмотрите замечательное видеовыступление нашего председателя Пак Хан Гиля «8 шагов к успеху». Сделайте эти шаги и оцените себя. Составьте списки знакомых, чтобы не думать, с кем сегодня будете общаться. Контролируйте последующее общение. Помните о наших покупателях. Спрашивайте у них, как они пользуются продуктом. Рассказывайте о новинках. И обязательно предлагайте. Иногда случается, что мы так увлекаемся рассказом о качестве и о пользе продукта, что забываем сделать главное – предложение. Помните о предложении к покупке все время и озвучивайте его. И люди вам скажут спасибо,
за сэкономленное время. Абсолютная цена и абсолютное качество – это настоящая находка. Это единственный шанс. Мы влюблены в продукт, в компанию, в возможности Атоми. И завершаем дневник описанием себя и своей жизни в будущем через 10 лет. Описываем, с какими мыслями, делами, пожеланиями миру живет ваша лучшая версия меня. Пак Хан Гиль всегда говорит, что к своей мечте идите шаг за шагом, и у вас все получится. Помните, что мысли материальны, и одна только ваша фантазия способна осуществить наши мечты, даже самые нереальные. Я благодарна нашему председателю Пак Хан Гилю. Я благодарна компании Атоми РУ за приглашение выступить сегодня перед вами. Я благодарю моего спонсора Юрия. Я благодарна моим партнерам и покупателям. Спасибо, что вы меня послушали. Искренне ваша Наталья Козина.